мои дорогие подписчики, сегодня я решила сделать необычный эксперимент. Не знаю, в каком плане необычный, но он необычный для меня. Сегодня я проведу эксперимент с горошком. Ну, не с самим горошком, а с его юшечкой. Я хочу с этой юшечки, я много видела опытов, люди делают, но я хочу спробовать на своем опыте. А люди делают крем, а я сегодня сделаю безе. Покажу вам все подробно. Если вдруг не получится, все равно я это видео покажу вам в эфир. Ну, так как интересно всем, получится это или не получится. А горошек сейчас я открою. Вот баночка с горошком я открыла. Смотрите, абсолютно обыкновенный горошек. Мне нужна ёшечка от этого горошка. Ёшечку я сливаю в миску, абсолютно сухая. Я ее повытирала. И будем делать эксперимент. Один горошек попал, но я его выберу. Два. Так. А этот горошек, чтобы не выбросить его, не пересох, просто не скушать, я его положу, вот я делаю овощное рагу. У меня здесь картошечка, кабачок. Затем капусточки немножко я порезала. Затем сделаю зажарочку, перекипит. И будет очень вкусно овощное рагу. Легкое, без мяса. Зажарочкой буду делать лучок. Морковочка. Обжарю на растительном масле, можно оливковом масле. И затем добавлю томатной пасты, так как помидоры у меня в этом году все оранжевые и желтые. Я хочу, чтобы у меня все-таки овощное рагу было красное. Теперь я выберу этот горошек, который попал случайно в мисочку. Это же будет безе. Он нам не нужен. Итак, начнем. Я взяла форму, застелила фольгой блестящей стороной вниз. Теперь мне нужно подключить духовку. Духовку я включу на 100 градусов. Режим вот этот третий, который верх и низ обгорает. А также совместно я делаю зажарочку для своего овощного рагу. Морковочку и лучок пассирую. На медленном огне, пока морковочка не выпустит сок, не станет желтенькая юшечка. Затем добавлю томат. Томаты я взяла 1 столовую ложку полную. Размешала небольшим количеством воды, чтобы получилось томатный сок густоватый. А воду я брала не кипяченую, не с крана, а брала с вот этого жаркое. Видите, тут много получилось. Юшечка и картошечка там. Все выделила свой сок. И кабачок, и горошек. Все выделила. И этот сок я набрала и смешала с томатной пастой. Морковка и лучок готовы. Цвет красивый. Теперь я заливаю томатную пасту, которую развела юшечкой и рагу. Теперь надо немножко, чтобы она прожарилась. Зажарка готова. Теперь выливаем ее в основное блюдо. Все перемешиваем. Минут 10 покипит и все готово. Следим, чтобы не убежала с огня. Сейчас она закипит хорошо. Затем в конце варки, когда я выключаю, я могу добавить рубленой зелени, любой по вкусу. Так, приступим к сладкому блюду. Итак, продолжаем эксперимент с юшечкой от горошка. Это с одной баночки. Сюда мне понадобится стакан сахара, немножко ванилина. Если бы была лимонная кислота, было бы вообще замечательно. Теперь я начинаю взбивать. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я буду снимать все подробно, без вырезов, без остановок, потому что, ну, это как бы эксперимент, все до конца было всем понятно. Пока все получается. Смотрите, пока все получается, пики получаются, сейчас будем добавлять сахар. Видите, как стоит? Это же все-таки белок, неважно, яичный он белок или белок из горошка, овощной. Пока получается, смотрим дальше. Сахар вводить понемногу. Если есть сахарная пудра, это лучше. Продолжаем взбивать. Добавлю чуть-чуть. Еще решила добавить пищевой краситель. Вот у меня есть пищевой краситель. Он очень концентрированный. Я одну капельку добавлю. Он красный, малинового цвета. Ну, сделаю чуть-чуть цветной. Оу! Добавила. Теперь выберу. Не хочу такой сильный. Вот столько оставлю. Это выберу. Вот он сразу порозовел. Если я это все добавлю, это будет темно-красный. Ладно, сейчас.
все, наверное, хватит взбивать, так как миксер уже идет туго, и волны проявляются в ниточке. Видите, как красиво проявляются? Сейчас я вам покажу, что получится. Вот. Миксер у меня не сильно мощный, но он сбил все как нужно. Тут написано Bosch 350 ватт. Какой там 350? Ну, вообще какой-то мелкий. Смотрите, делаю эксперимент. Раз. Перевернула миску вверх ногами. Ничего не падает. Значит, все готово. Теперь приступаем. Будем выкладывать мое безе. Формочку. Форму я застелила фольгой. Беру ложку и просто вот так выкладываю шарики такие. Как блинчики делаем. Стараюсь подальше друг от друга, потому что они немножко подрастут. Так делаю ложечкой. Можно было бы, конечно, в кондитерский мешок набрать. Но это эксперимент. Это я не делаю для там каких-то нужд, красоту. Просто решила попробовать, какого будет вкуса и получится ли вообще. Ведь они у меня даже разные формы получаются немного. Теперь мне их нужно будет засушить при температуре 100 градусов. Пару часиков. Для начала я поставила в духовку 100 градусов на 1 час. Через час посмотрим, что получится. Может, еще придется подождать. Вот я достала безе. Прошло 2 часа. Я считаю, что у меня не получилось, так как я делала в прошлый раз. У меня было по-другому все. А сейчас они распластались, расплылись. Ну ничего, результат все равно есть. Кушать можно, конечно, но не та красота, что должна быть. Спасибо всем за внимание. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.